Удалось сегодня победить, победили крупно и очень этому рады. Вот, нам необходимо сегодня было взять 3 очка, потому что в предыдущих 2 играх, я думаю, что мы там очков не добрали. И с точки зрения психологии мы обязаны были сегодня побеждать. Эта победа, я думаю, даст нам уверенность. Уже в ближайшие выходные мы будем играть со «Спартаком». И, в принципе, победа важна. Если говорить по игре, то в начале игры удалось забить быстрый гол. Вот. Имели полное преимущество в первом тайме. По всем компонентам соперник позволял делать много. Но в конце мы забили еще один гол, закрепили преимущество. Но стоит сказать, что в первом тайме было много нереализованных моментов. Вот. В перерыве пытались скорректировать действия игроков. Вот. Сказали о том, что все-таки должны подходить к эпизодам более сконцентрированно и постараться решать каждый эпизод. Но во втором тайме ситуация была похожей. Вот. Мы забили на 65-й, по-моему, Холназаров за счет индивидуальных действий забил 3-й гол. У соперника произошло удаление, и там наше преимущество стало полным. И в итоге в конце мы закрепили еще это все 4-м голом, победили. Ребята молодцы, но реализация сегодня была не на должном уровне. Надо работать над этим. Постоянно говорим об этом, и, в принципе, ребята это понимают, но, наверное, еще это связано с тем, что ребята еще молодые и еще пока не реализуем то, что имеем. Сегодня в матче принимал участие Герман Ануха, игрок Краснодара 2. Он чуть старше всех тех ребят, которые были на поле. Насколько вот он помог, насколько велика его роль в достижении этого результата? Герман помог очень сильно, он забил 2 гола. В принципе, то, чего от него ждали, он сегодня продемонстрировал. У него также был ряд неиспользованных моментов, вот, над которыми ему также следует много работать. И в целом ему необходимо было сегодня играть. Мы знаем, по какой причине он находился в нашем составе. Конечно, он был намного старше своих оппонентов. Это было видно. Все единоборства практически он выигрывал. Но ему важно было все равно действовать в нужном темпе, в нужном ритме. И чтобы занести себе эту игру в актив, ему нужно было действовать максимально все то время, которое ему отводилось. В принципе, он с этим справился.